Доброго и бодрого утра! Несмотря на то, что время 6 утра, Пимпочка работает. Трудяга. Молодец. Умничка. В 5 утра слышу, что кто-то смеется. Это вроде Пимпочка. Может, мне приснилось? А нет, веселушка проснулась. Ты чего не спишь? Ты чего не спишь? Ну, ты уже рада, что хорошее настроение. Да уже хорошо, да, была? Скажи, кто рано встает, тому Бог дает. Пимпочка живет по этому правилу. Ведь рано проснулась, сразу за работку. Целеустремленная девочка, молодец. Камин, у нас еще осталось всего лишь несколько дней до окончания каникул, потом ранние подъемы. Можно было и поспать на каникулах. Я уже загрузила стиралку. Значит, надо делать пораньше дела и идти гулять. Ты нам представляешь, то есть раньше она так не делала, сейчас она дырочки делает на полотенце и ниточки вытаскивает. Новое занятие камеру, видите? Все полотенца такие. Хулиганка Ками. Твой спать! Ты еще маленькая? Так рано просыпаться-то и активничать. Красивая, красивая девочка. Очень красивая. Даже лохматая красивая. Ты всегда красивая. Да. Вчера мы с мужем долго смотрели фильм, а сегодня Камилочка рано проснулась, и ранние подъемы, конечно, дают о себе знать. Поэтому сейчас нанесу такие вот мои любимые патчи от бренда BioAqua, это тканевые патчи. А бальзамчик для губ у меня такой вот классный «Зима». Соберу волосы в хвостик, и мой любимый спрей-активатор увлажняющий тоже буду распылять на все лицо. Ну ничего, прорвемся. Включила Камилочке мультики, и сейчас буду пить вкусный горячий кофе, чтобы не уснуть, и делать заказ в компании Faberlic. Девочки, я посмотрела цены в магазинах, они подросли и подросли так, не на шуточку, а Faberlic совсем не намного, поэтому оставляю ссылочку внизу в инфобоксе, регистрируйтесь и покупайте для себя со скидочкой. Часто мне задают вопрос, крашу ли я волосы во время беременности. Обязательно, девочки. Я всегда крашу по расписанию один раз в месяц. И все беременности я крашу волосы. Вот только вчера я покрасила волосы. У меня здесь вот уже немножечко были седые волосы. Это неприемлемо ходить. Беременность – это не болезнь. Наоборот, беременная женщина должна цвести и пахнуть. Покормила детей уже завтраком, сходила в душ. И у меня сегодня была спа-процедура, я скрабировала все тело. Боже, у меня сейчас кожа такая гладкая, мягкая. Такой релакс получила. Еще добавила туда несколько капель натурального эфирного масла в ванной. Просто божественный был аромат. Включила сейчас детям мультики, дала задание, что меня 25 минут не беспокоит. Буду читать книгу, принесла там вот масочку и буду релаксировать. Мамин помощник. Везем заказы. Faberlic. Сейчас я нажму на кнопочку. Ты чё, такая серьезная дама с Амстердама? Вчера на улице была жара, сегодня холодно. Утром Камила весела, к обеду уже капризная.
Давай по очереди. По очереди. Молодцы. Умницы. Поехали. Пойдем. Здесь нет машин. Пойдем, Бимпочка. Солнышко светит, но ветерочек прохладный. Пойдем он за Кирюшей. Чего ты? Чего ты? Что ты? Ага. Пимпочка, ты чего кусаешься? Так нельзя. Нельзя сладкие ручки кусать такой красивой девочке. Она за все смелее и смелее ходит. Молодец. Но при этом знает опасность. Она всегда оборачивается, смотрит, где я или где папа, или где Карина. Ну, защита ее. Обезбашенно никуда не бежит никогда. Пойдем. Шли с рынка. Кирюша говорит, я здесь 2 минутки, полазю. Говорю, ну хорошо. Камень ищет, где бы ей присесть или покататься. Но здесь таких качелей нету, как она любит. Ой, вот здесь круглая была качелька, сняли ее. Молодец, сама себя раскатала. Что себе остановила, когда ей это надо? Умечка, девочка. Еще 20 минут. Она покатается и пойдем домой уже. Надо готовить, кушать. Сейчас, кстати, распогодилась. Погода очень хорошая, потому что утром было холодно прям. И детей сразу много гуляет. Ками. Куда идешь? Камила, там опасность, там машины, надо маму подождать. Камила, там опасность. Только с мамой. Доходим до черты. Стой! Молодец. Вот я не разрешаю такую черту пересекать дороги. И она знает. А я еще думала, где Пимпочка? Думаю, куда моя девочка убежала? Уже разделась. Помыла ручки, лицо. После улицы. Когда она была маленькая, у нее были места, куда она ходила, и все ее там угощали. У нее место было, где ей давали вкусняшки. Место было, где ей давали орешки. Когда она подходила за орешками, она протягивала свои ватрушечки. Еще и показывала, что ей надо в карман положить. Такая хитрушка была. Места были, где ей давали фрукты. И вот она, когда заходит в магазин «Сырная лавка», ее всегда там угощают. И сегодня не исключение. Да? Тебя тетя Гуля угостила? Она в коробочке не понимает, что это такое, пока не откроешь. Но интересуется. Бери. Бери балам. Ее постоянно угощают на рынке. У нас тетя Света
Ее угощают вкусняшками. Она когда была маленькая, она ее пугала. Так подходила сзади, говорю, делала ей, да, тетя Света, сегодня тетя Света увидела ее, говорю, прям, говорит, душа плачет за Камилку, вот какой она была, и что с ней стало. Говорит, такой ангелочек. Сейчас я открою. Так, приоткрою, она уже сама дальше. Бери, смотри, шоколадка. Иначе я съем. Иначе я съем. Бери. Давай, давай. Ну чего ты? Ну ты ж уже почти достала. Достала Карме шоколадку. А подушка-то тут при чем, Пимпа? Ты что, ее всю в рот засунула? Ничего себе ты троглодит. Ничего ты себе троглодит какой. После шоколадки надо заесть яблоком, да, обязательно, Пимпа? Как она его аппетитно ест. Покажу вам быстренько продуктовые покупки, которые я совершила. Здесь 0,5 килограмма сыра белорусского. Очень вкусный, нам нравится. Берем его. Сливочное масло джанкойское. Самое жирное, 82,5%. Мне так захотелось пшеничной крупы. Взяла вот на гарнир. У нас сегодня будет пшеничная крупа. Крупа. Десяток яиц. Яблоки. Сорт чемпион. Сладкие. Сочные, полезные. Маш 0,5 килограмма, это маме. Потом с мужем поедем, завезем. Квашеная капуста 0,5 килограмма нам и 0,5 килограмма маме. Обязательно после химиотерапии она несколько дней подряд ест квашеную капусту. Ей посоветовал химик. Не знаю, девочки, правда. Говорит, там много витамина С. У нас знакомые сами квасят без сахара. Кирилл очень любит вот такие вот кукурузные початки. Получается, их дешевле покупать у корейцев на развес, они сами делают, чем покупать в баночках. И получается намного еще и вкуснее. Вот на 150 рублей он попросил, я ему купила. Так, здесь у меня филе, хочу сегодня отбивные в духовке сделать. По поводу того, что едим ли мы говядину, мы ее едим, но у нас дети ее не едят, поэтому мы берем птицу. И индейку они тоже не едят. И взяла бедрышек. Надо еще заехать к маме взять две свежемороженые скумбрии. Она говорит, что-то мне так захотелось соленой скумбрии. Надо купить, они посолят сами. Сейчас я буду кушать, и здесь у меня каша. Мне так хочется от обычных простых каш, вот типа артек, перловый, ячневый, вот что-нибудь такое. Прям не могу, никогда не любила такие каши, а прям сейчас очень хочется. Капуста квашеная, и приготовила отбивные с луком, сыром, и там еще у меня немножечко кетчупа внутри. Очень вкусно, буду есть без хлеба. Кариночка сегодня уехала в гости на 2 дня на выходные к Селинчику, уже окончание каникул. Она хотела еще на прошлых выходных, но мы то туда, то сюда. А у Камилки еще сопельки были, я ее не отпустила, чтобы Селимусю не заразить. У них особая любовь с Селимчиком, они прям очень хорошо проводят время. Селим ее безумно любит, и Карина его очень любит, поэтому она прям к нему с огромным желанием ездит. Кирюша как бы так себе, ну, поедет, но с ночевкой он там не хочет оставаться, только вот на целый день и все, и возвращаться домой. Он больше такой вот домашний мамочкин сыночек, а Каринка, она вот любит к ним ездить с ночевкой. Новости дальше. Про мамулечку расскажу. Она всем передает огромный привет и говорит огромное спасибо за добрые пожелания, потому что очень много хороших комментариев с пожеланиями, выздоровления, чтобы все было хорошо. Это дорогого стоит. Сейчас немножечко расскажу новости, кто пропускал видео или только подписался. Да. В апреле у нее 2 курса химиотерапии.
к сожалению, пока отменена квота в частную клинику «Генезис», где она проходила все свое основное лечение. Конечно, если сравнивать онкоцентр и частную клинику «Генезис», это небо и земля, но мы ей максимально как смогли, так и создали условия хорошие и в онкоцентре. Вот, насколько у нас сил хватило, мы это сделали. Капает и также продолжает немецкую химию, такую, которую ей и капали до этого в «Генезисе». Вот, надеемся, что в «Генезис» вернутся квоты, потому что там прям очень комфортно, и месторасположение классно. Ну и как-то не крути, то ли это огромная клиника, да, то ли это небольшая, компактная, удобная, теплая, чистая, мало народу. Вот. И в «Генезисе» очень хорошие врачи. Я не говорю, что плохие врачи в «Марина», там тоже хорошие врачи. Но там вот такая обстановка, знаете, не как в больнице, а как на оздоровительном курорте. Там вот прям какое-то такое вот ощущение очень приятное, комфортное. Хотя у нее очень хорошие комфортные условия, и в «Марина» тоже. А вот за это спасибо огромное людям, которые эти комфортные условия для нее создали. Иншаллах, будем готовиться к операции. Очень хочется, чтобы побыстрее и, естественно, удачно прошла операция. Мы уже выбрали себе врача-онколога. Честно говоря, я уже голову сломала, кого у нас было. Сначала 4 варианта врача, потом 2 отсеялось, 2 очень сильных мамолога-онколога осталось. И, в общем, поговорив с нужными людьми, опросив прям всех, я уже, наверное, всех достала. Но это вопрос касаемо жизни, да. И здесь нужно подходить к этому вопросу очень-очень серьезно. Мы решили оперироваться у того же врача, у которого она и консультируется. У одного из тех врачей, у которого она консультируется. Она консультируется у 3 онкологов. А вот. Но когда у нее закончится... Вот в апреле химии, ей на май назначат еще раз КТ, сдачу анализов, там УЗИ, все, что надо будет сделать. Она опять всех этих 3 и плюс еще 4 онколога она захватит, на прием сходит, чтобы все посмотрели, все сделали. Вот. И потом, иншаллах, уже будем думать, как дальше и что дальше делать. А вот. Лечение, конечно, это пожизненное. Иншаллах, мама долго проживет. Она говорит, у меня очень такой большой стимул. Это то, что ты останешься в этом мире одна с маленькими детьми. Мне нужно тебе помочь. Мне нужно тебе помочь, чтобы ты подставила их на ноги. Вот, с Камилочкой тебе помочь. У нее прям душа очень сильно за Камилу болит. Она говорит, ты одна не сможешь, поэтому у меня есть стимул к жизни. Я буду жить. Я обязательно войду в ремиссию. И вы знаете, когда она в этот раз поехала к химику, у которого она была, в первый раз, когда мы все обследование сделали и уже приехали на химиотерапию и ей дали таблетированную химию, она ее даже не узнала. И даже медсестра химика не узнала. Говорит, вы знаете, говорит, вы молодец. У вас, говорит, прям такое, говорит, сильное желание к жизни, стремление к жизни, цель к жизни, у вас все будет хорошо. Даже тот онколог, который говорил о том, что, ну, давайте будем смотреть, он уже как бы поговаривает за операцию. И это, знаете, дорогого стоит. Спасибо огромное за эту подаренную жизнь Чувадару Усману, это химик «Генезиса», и Сеферову Бекиру, это главный онколог «Генезиса». Вы знаете, они ей дали шанс, и я этим двум именно людям буду благодарна всю оставшуюся жизнь свою, потому что это люди с большой буквы, первое, и специалисты, это действительно сильные специалисты, когда, скажем так, на маму уже где-то там как-то, ну, не показывая этого всего, положили крест, поставили крест так, как правильно, то именно эти 2 человека ей дали шанс, ее вдохновили, особенно Чувадар, особенно химик, который постоянно подбадривал, он говорил, что все болезни, они опасны,
Замира там, это тетя Замира, да, на крымско-татарском, если все будет хорошо, вы выздоровеете, вы войдете в ремиссию, вы молодец, волосы красивые вырастут. Он ее так вдохновил, он ее так смотивировал. Мама говорит, я буду всю жизнь благодарна ему. Молодой парень, я его видела, вы знаете, вроде как молодые, они такие гламурные, как нам кажется, да. А столько в нем человечности, столько в нем профессионализма. А вот вроде как молодой, не такой и опытный, кто-то может подумать. А вы знаете, а к нему стремились вот все пациенты попасть. Потому что о нем очень хорошие действительно отзывы. И мы благодарны Вселенной, что вот так получилось, что он наш химик. Конечно, мы вернемся обязательно в генезис. Еще раз повторюсь, потому что лечение пожизненно, поддерживать это все нужно пожизненно. И, конечно, вот те люди, которые ей дали шанс, да, и те люди, которые доказали, что с четвертой стадии все возможно, да, и вот к этим людям хочется возвращаться. А теперь немножечко новостей про Камилочку. Расскажу. В понедельник, 28 марта, мы едем в город Симферополь. Значит, чуть-чуть больше месяца назад мы были у невролога Килины. Потом мы до этого несколько раз посетили гастроэнтеролога. Плюс после приезда от невролога мы тоже были у гастроэнтеролога. После сдачи некоторых анализов у нее обнаружена была нехватка в организме того, чего мы сейчас ей восполняем. Мы сейчас это все дело восполняем. И вот как раз за это все время вычищаем ей организм, потому что чистить организм это не просто так, не быстро, и даже не месяц, и не два, а минимум полгода, да. А вот на понедельник мы едем, значит, к остеопату, мы сделаем УЗИ сосудов шеи, вот, и с этим мы едем, чтобы немножечко остеопат именно с этой с этой проблемой поработал. Этот остеопат, он работает именно хорошо с особенными детками. Он такой классный, я не знаю, он как бы разрешит снимать или нет, но вот он очень добрый человек, и хорошие о нем тоже отзывы. Я попрошу, как бы я всегда спрашиваю, можно снимать или нет. Например, у психолога, да, я как-то спросила, можно снимать или нет. Нет, все, вопросов нет. Никто не обязан сниматься из специалистов моих видео. Никто не обязан на публику что-то говорить и перед кем-то отчитываться. Когда мне говорят, снимите занятия с психологом. Но не будет человек сниматься, не хочет заставлять или из-под тишка это делать. Я не буду, понимаете, это неэтично, это некрасиво. Я спросила, человек отказался. То есть я уже этого делать никогда, естественно, не буду, пока она сама никогда не будет. Если согласится, то, пожалуйста, я только за. А вот я у остеопата спрошу, можно ли снимать, вообще такой как бы очень любитель социальных сетей, снимается, видеоролики снимает, в общем, такой молодец, активный мужчина-то, продвинутый. А вот и поедем к нашему любимому психиатру Шерегиной, к нашему местному психиатру мы ходим один раз в месяц. Но я думаю, что мамам особенных детей об этом говорить не нужно, да, и каждый месяц этого показывать тоже не нужно, потому что это вполне себе правильное, то, что у кого неврология, они ходят к неврологу, у кого психиатрия, они ходят раз в месяц хотя бы к психиатру, да. Раз в 2-3 месяца мы еще посещаем другого психиатра, у которого мы тоже наблюдаемся, это как другой взгляд со стороны, скажем так, незамыленный взгляд нашего психиатра, хотя в нашем городе тоже очень хороший психиатр. Но опять-таки, да, можно быть супер-пупер врачом, но есть ситуации, которые, к сожалению, вот так бывает. И это не говорит о том, что врач плохой. У нас психиатр вообще замечательный человек. Я его очень уважаю, очень хорошо к нему отношусь. И иншаллах, чтобы он проработал очень долго, пока Камилка будет в его отделении. Да, не в отделении, а в его возрастной компетенции. Вот. Поэтому как-то так. Мы движемся по поводу нашего
нашей реабилитации, да. Реабилитация у многих, наверное, в понимании – это лечь в больницу и что-то там делать. А можно, как бы, конечно же, и так делать, но можно делать это еще немножечко и по-другому. Сейчас у нас задача сделать еще и электроэнцефалограмму в ближайшее время, вот, для того, чтобы нам там невролог сказала, надо с дозировкой некоторых препаратов. Каких препаратов, я вам скажу уже потом, когда мы это сделаем, и нам это все дело назначат. А, как бы, так как в Краснодар дорога не близкая, я вот с этим своим пузиком туда-обратно уже не доеду. Я рожу где-нибудь в Тамане, не дай бог, а то и ближе, в Керчи. Ну ладно, в Керчи, да. А вот... Мне будет тяжело, но она сказала, для того, чтобы назначить дозировку тех препаратов, которые нам хотят назначить, это начало как бы реабилитации. Вообще, как мне правильно невролог сказала, реабилитация, вот такие эти очень длительно. И правильная реабилитация, это в первую очередь начинается с очищения организма, с очищения, восполнения нехватки организма и так далее, так далее, так далее. И подбором правильных препаратов, да. Вот, мы электроэнцефалограмму сделаем, скорее всего, снова у Дубского в частной клинике «Генезис». Это платно, а то мне писали, что я делаю электроэнцефалограмму бесплатно. Неправда, клянусь Всевышним, я ни разу не делала электроэнцефалограмму бесплатно. Мы каждый раз за электроэнцефалограмму платим деньги. Мы ни разу нам не давали туда направление, чтобы сделать ее бесплатно. Я же не знаю, у нас делают ее бесплатно или нет. Мы ее всегда делаем платно в частной клинике. А вот, поэтому, пожалуйста, давайте информацию только проверенную. Я всем желаю всего самого хорошего, добра, позитива, здоровья, счастья, мирного неба над головой. А, девочки, оставайтесь людьми. Это очень важно. Тем более в такое непростое время. Окружайте себя позитивом, окружайте себя теми людьми, с кем вам приятно общаться. Удаляйте из своей жизни весь негатив и тех людей, которым вам неприятно. Лучше это время пойти погулять в парк, пойти погулять в лесочек, если у кого рядом лес. Представляете, это какой кайф, какое наслаждение. Посмотреть какой-то хороший фильм, почитать классную книгу. Тратьте время с пользой, а не просто так.